Здравствуйте, ребята! Сегодня 7 мая 2023 года, и я доехал наконец-таки до Троекуровского кладбища. Многие из вас знают, что вчера здесь захоронили известного кутюрье, модельера, легендарного Валентина Абрамовича Юдашкина, который, к сожалению, в возрасте 59 лет умер. Вчера было очень много народу на его похоронах. Ну, наверняка вы эти ролики, кусочки какие-то роликов уже смогли увидеть в интернете. Там присутствовало очень много звезд, практически весь бомонд. Естественно, мне кажется, главная звезда вчерашнего мероприятия, грустного, печального мероприятия, была Алла Борисовна Пугачева. К сожалению, у Зайцева Вячеслава Михайловича она не присутствовала, тоже непонятно по какой причине, вот для меня лично. Всем известный факт, первые наряды для Аллы Борисовны Пугачевой в свое время шил, этот знаменитый популярный балахон ее, шил Вячеслав Михайлович Зайцев, которого похоронили на Щелковском кладбище. Вот, мы обязательно еще доедем до Зайцева, ребят, обязательно, потому что впереди у нас Дни памяти, и 40 дней будет, и полгода, и так далее. Этого талантливого человека, талантливого дизайнера, кутюрье мы будем помнить, потому что это легенда, это гордость, как всегда говорю, нашей страны. Ну, сегодня мы посетим могилу Валентина Юдашкина, тоже легендарного человека, чье имя известно и за пределами нашей необъятной родины. Много разговаривать не буду. Просто возложу такой небольшой скромный букет от всех нас, от нашего YouTube-канала, на могилу Валентина Абрамовича Юдашкина.
Ну вот мы, ребятки, побывали на могиле Валентина Абрамовича Юдашкина. От всех нас возложили букет, скромный букет, по сравнению с теми букетами, которые там стоят. Наш скромный букет роз. Недалеко от Валентина Абрамовича находится могила, свежая могила. 29 апреля умер заслуженный артист Российской Федерации Сергей Валентинович Колесников. Знаю, что, читаю ваши комментарии, знаю, что просили посетить его могилу. Там вот какой-то скандал и куча возмущений было касаемо портрета на его могиле. Там голый торс, что-то такое. Ребятки, сейчас подойдем, от всех нас возложим. Ну, наши букеты все скромнее и скромнее, потому что, к сожалению, любимых артистов все больше и больше умирает. Мы за один раз, да, мы хотим посетить максимальное количество наших любимых артистов, и поэтому наши букетики будут скромненькие. Два цветочка от всех нас, от нашего YouTube-канала, от YouTube-канала Андрея Флора, мы возложим на могилу Сергея Валентиновича Колесникова.